Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео хочу с вами поделиться интересной новостью. Мне тут сообщили знакомые о том, что у нас в Нижнем Новгороде, оказывается, растет черный орех. Я даже об этом не знал, но как только узнал, сегодня, на следующий день вот я приехал посмотреть, так ли это на самом деле. Это действительно так. Я его вижу, просто я пока еще не заходил за палисадник. По предварительной информации, прошлые хозяева, которые здесь жили, они его посадили. Сколько лет это было назад, неизвестно. Известно только то, что да, действительно это черный орех. И новые хозяева, они как бы, ну, с ними пока еще не разговаривал. Если получится, то переговорю. А сейчас я вам хочу показать, как это дерево выглядит. Растет оно возле дома двухэтажного жилого, такие старые постройки. Что, давайте сейчас посмотрим. Садик, я пока не заходил. И вот это дерево впереди оно растет, я подниму его наверх. Ну, там видно вдалеке, видны орешки растут. Дерево достаточно высокое, уже, наверное, около 7 или 8, или 9 метров, наверное. Большое дерево. Вот оно, да? И там вот видны орехи еще. Как я понимаю, они пока еще не созрели. То есть в стадии созревания находится. Ну, вот он орех, вот он растет, и достаточно большое крупное дерево растет при этом. Такое, судя по его размеру, он достаточно давно здесь растет. Ну, по предварительной информации, как сказали те, кто здесь живет, заплодоносил он на первый год плодоносит. То есть это первый урожай с этого дерева. Хотя не могу сказать, что сомневаюсь, что такое дерево не плодоносило, но все может быть. Поэтому так. Дерево, конечно, уже помученное, видимо, топором здесь даже что-то поджигали или не поджигали. Здесь вот какая-то штука прикручена, но при этом еще пока живет. Ну вот, мы плавно переместились ко мне на кухню. Я вам хочу показать, вот я на земле нашел. Сейчас я немножко поближе камеру включу. В итоге я встретился с хозяевами уже нынешними данного участка возле дома, на котором растет этот орех. Мы с ним поговорили, пообщались, и я выяснил, что ореху примерно, мы так определили, это около 9 лет этому дереву. И якобы они утверждают, что действительно это первый год, 9-й год плодоношения этого ореха. Ну, возможно, вполне возможно. И в итоге на дерево я уж не стал лазить и стрясти его. Дождемся, пока они сами упадут. Но на земле я нашел вот 4 таких ореха. Вот они уже, околоплодники, потемнели, почернели. Один из них вот такой вот полуоткрытый. Сейчас поближе немножечко покажу. Вот. В итоге сейчас я попробую их, надену перчатки, попробую их отмыть, почистить. И мы посмотрим, как он выглядит без околоплодника. Ну что ж, давайте попробуем почистить. Я отмыл орехи. Оказалось, 4, которые черные. Я сейчас вам покажу вот эти вот. Я посмотрел, это орехи однозначно прошлого года, потому что они вот как упали в околоплодники. Видимо, не созрели. Так они и сгнили, потому что вот он легко очень разрезался у меня ножом, и внутренности все гнилые, вот он у него. А вот тот, который был зелененький, кожурой, вот он, это орех этого года. Вот он, такой чистенький. Я его отмыл, но частично, конечно, пошел пятнами уже, потому что валялся на полу открытым. Вот. Поэтому из этого я могу сделать однозначно вывод, что, видимо, просто те хозяева, которых этот участок, они просто не видели в прошлом году
этих орехов, или просто не обращали внимания на то, что у них там что, что-то растет. Но сам факт, что это орехи прошлого года, они просто сгнили. А это вот этого года, вот он орешек такой. Это черный орех. Очень полезный. У него свойства обладает. В принципе, можете в интернете про него почитать. Или, может быть, даже на YouTube есть видео посмотреть. Вот. Вот такие чудеса у нас бывают, встречаются. Даже в Нижнем Новгороде. В принципе, растут черные орехи. Я посмотрел на листья. Они действительно приспособлены для вот более холодного климата. Они такие узенькие, может быть, особенно с черного ореха. Не знаю, глубоко эту тему не изучал, но сам факт, вот этот орешек. Я попробую взять еще тех орешков, которые этого года зреют, попросить, чтобы мне их собрали. И попробую на будущий год вот вырастить уже акклиматизированный для нашего региона из орешка орех. Ну, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На канале будет очень много интересных видео выходить в ближайшее время. А также, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях, либо если вы знаете еще места в Нижнем Новгороде или в области, где растут орехи, или растут какие-то экзотические растения, напишите об этом в комментариях. Будет очень интересно посмотреть, пообщаться с человеком, который это высадил. Возможно, мы снимем какой-то репортаж на эту тему и расскажем об этом людям. Ну и на этом все. Пока.